Участок объявляется открытым. Можете пройти, проголосовать. В Ростовской области завершилось голосование на выборах президента России. По данным, на 6 часов вечера облизбирком заявляет о 54% проголосовавших избирателей. О результатах выборов говорить пока еще рано, но опрос корреспондента Кавказского узла показал, что большинство отдает свои предпочтения существующей власти. Вообще я проголосовала за того, который уже знает страну, знает зарубежье и который, в принципе, ну, руководил. Не оставляет нас. То есть за Путина? Да. А почему вот кроме того, потому что я не могу, я других не вижу. Я других кроме не вижу. Слов, коммунисты потеряли ничего. Свою власть. Что они нам? Все, как говорится, разворовалось и потерялось. Вот. А остальные, Жириновский только кричит. Ну, как мы, скоморох типа. Вот. По-другому я его не назову. Кричит, дергается весь, обзывается, оскорбляется. Как можно такому доверить руководить страной? Понимаете? Вот. Новый, который пришел, Прохоров, ну, я олигархам не верю, это однозначно. Потому что если он, как он свои капиталы приобрел? Это что, еще не доворовал, получается? Значит, это нам вообще в нищете жить. А здесь мы пенсионеры, поэтому здесь о нас как-то, хоть каким-то образом заботятся. Я надеюсь, в этом году же еще будет повышение, поэтому уже это плюс. Поэтому, да, я за Путина проголосовала. Спасибо. За Владимира Владимировича Путина. Вы за Путина проголосовали? А почему? Мне нравится его программа. Я проголосовала за Путина. Ага. За Путина проголосовала, за спокойствие, навешенность его характера, за порядок в стране. Вот, ну и сделали в пользу существующей власти. За Путина. За Путина, за стабильность, за порядок в стране. Я лично за Путина. За Путина проголосовал. За Путина голосовал. А я больше не вижу. За Путина. А почему? Потому что мне нравится его, в первую очередь, социальная политика. Так как я многодетная мать, для меня это играет очень большую роль. Вот его политика именно. Ну, а какая конкретно? Выплаты да, какие-то? Да, социальные выплаты. Потому что пятеро детей, понимаете, я на произвол судьбы не могу бросить детей и идти на работу на целый день. Вот. Именно социальная политика... Межнациональная политика тоже, вот, международная политика нравится, потому что Россия получила, значит, ну, в общем, это, я бы сказала, достойное место в мире, уважение в первую очередь, международное признание и уважение. Вот хотелось бы вот продолжение именно такой политики. Национальная политика тоже устраивает, хотя, конечно, вызывает много споров, тем не менее, да, она меня устраивает, потому что я принадлежу частично к национальному меньшинству, а частично к великой русской нации. Ну, не буду объяснять, почему и как, в общем, это у меня получается, и на 50% я отношусь, в общем, к славянской нации, на 50% к кавказской, понимаете? И очень сложно и очень обидно, когда оскорбляют тех, и когда оскорбляют других. А вот политика Путина, она, мне кажется, на всех уровнях, она мне нравится. Некоторые избиратели отдали свой голос за нового кандидата. За Прохорова голосовала. А почему? Ну, на мой взгляд, он предоставляет сейчас наиболее лучшие условия, новое слово, как бы в политике. Например, меня устраивает то, что... Ну, как бы не то, чтобы устраивает. Конечно, есть сомнения в любом случае, что там в тех или иных обещаниях. Но, например, то, что он говорит, то, что у нас в стране работают меньше, чем в других странах. И, например, я согласна с этим, что у нас бывает слишком много выходных, скажем так. Поэтому как бы, при нашей экономике это слишком сильная роскошь, скажем. А как считаешь, есть шанс у Прохорова на победу вообще? Реальные? Честно? Нет. Я думаю, что все прекрасно знают, у кого есть шанс на победу реальную. Я проголосовал за Прохорова. Я проголосовал за Михаила Прохорова. Среди проголосовавших встречались и единичные случаи. А я пожизненно и душой за коммунистов. То есть вы голосовали за Зюганова, да? Да. Я за справедливую Россию. То есть за Миронова, да? А почему? Ну, потому что больше хочется справедливости все-таки. А вы считаете, есть у Мирона вообще шансы победить? Конечно, считаю, что нет. Я ни за кого не проголосовала. То есть вы нигде галочку не поставили? Нет, я написала «нет достойных». А почему вы так считаете? Ну, потому что я не вижу из президентов достойного кандидата. Никого.